Так, все. Значит, сейчас расскажу, как у нас, что дальше будет. Наверное, самое основное, все, что я теперь понял, что хорошо, что мы тогда сделали ручник, потому что пусть он будет, когда есть понимание того, что что-то совсем пошло не так, лучше быстренько все заканчивать, потому что я думаю, если бы я не было ручника, я не знаю, как бы мы потом к музыкалкам бы возвращались. Мне даже того, что вот я дотянул, хватило, что надо нам будет сейчас как-то. Ну, я думаю, мы выровняем. Просто как бы я понял, что в таком темпе это уже перебор. Ну и я рад, что все с этим согласились. Значит, к чему? После общения со всеми итог. Итог от Лава, к чему приходят музыкальные трансляции. Первый момент, все снижено до трех композиций максимум. То есть одна идет композиция безвозмездно благодаря птице счастья. За это благодарю Ксандра. На каждую субботу уже более года он это организовывает. Две композиции еще можно организовать через поддержку. Минимальная поддержка один трек выходит на это все. Понадобится всего 68 рублей, по сути, булка хлеба хорошего. Вот, для лава, если кому-то так приятней такую поддержку ассоциировать. И благодаря этому он еще два трека докидит. Так что вот такая ситуация. Также сохраняются треки у Шелтера, ему не надо булку хлеба организовывать лаву, благодаря птице счастья Александровна. И сохраняется за Лехой три композиции. Ну и Эделис, Марина, то есть у них было по 6, стало по 3. Теперь вообще, в принципе, курьезной ситуации не может быть в плане того, что птицы счастья не хватает. Я думаю, теперь ее хватает за глаза, и, в принципе, теперь все на своих местах. То есть таким решением мы устранили и ситуацию, что иногда птицы счастья уже не хватало на то количество музыки, которое иногда предлагалось мне прослушать в течение двух музыкальных трансляций. То есть их настолько много было, что, ну, я их успевал прослушать, но я не успевал все этапы с ними провести, вкладываясь в одну трансляцию, получается. Потому что мне надо как-то или более жестче их отсеивать. Ну как более жестче, если в полуфинале получается, надо переводы все равно смотреть. Даже если ты понимаешь, что трек вроде по звучанию слабый, но перевод-то надо посмотреть вроде как. Что ж его, просто из-за того, что он плохо звучит, сразу в корзину отправить. Не, ну конечно, так можно делать. То есть, типа, плохо звучишь, даже с перевод не смотреть. Но все же, мне кажется, это не совсем как-то, ну не знаю. Совесть не позволяет. Даже если трек, возможно, это и заслуживает. Так что вот такая ситуация. Следующий момент. Чтобы был шанс проявлять... ну, это вот до Лавы Калиды дойдем. Второй момент, который мы решили, я вот с Сандром тоже обсуждал. У нас есть хранитель музыкальных трансляций, а теперь еще будет хранитель доступности музыкальных трансляций. Что вот, я думаю, если кто-то сможет пройти путь к Сандрона, и в течение года каждую субботу поддерживать по 1000 поддержки, то, возможно, хранителей доступности музыкальных трансляций будет больше. Поэтому за Оксандроном, пока прилетает птица счастья, вот и сохраняется его, получается, вот это статус, хранитель доступности музыкалок, у него будет возможность 6 треков предоставлять. То есть это его вот такая привилегия. Если вы хотите такую привилегию на постоянке, то... Ну, я думал об этом на постоянке. Там будет проще. Там будет проще. То есть сейчас расскажу, как будет для тех, кто, возможно, когда-нибудь захочет тоже стать хранителем доступности музыкалок. Для того, чтобы был шанс проявлять Лава Калиду, и проявлять Лава Калиду именно в праздники, человек, который поддерживает канал более 1000 поддержки в субботу, у него дается возможность прислать до 6 треков. Он может, конечно, и распорядиться, вот, и не присылать прям такое количество, может прислать ровно нужное количество, но опять же нужно поставить пометку, что если будет потом со временем, допустим, перебор, возможно, понадобится ручник. Но я думаю, я предупрежу. Ручник понадобится, если я сам
как говорится, затяну процесс, ну, или мы не найдем сразу взаимопонимание в этом вопросе, что надо тормозить, и я сам не сразу заторможу. Ну, это маловероятно. То есть, и вот получается, что когда будет праздник, там, у меня день рождения, или, например, день стримера, ну, какое-то вот такое интересное мероприятие, или какой-то вот в субботу день, который вас мотивирует поддержать материальный канал, то будет больше треков, мы можем, во-первых, и засидеться, потому что, наверное, у вас есть желание в такой день побольше провести время в кругу вот нашего коллектива музыкального, ну или, ну не знаю, то есть или вместе засидеться. Вот как бы это будет показатель. То есть если идет поддержка выше 1000, значит есть желание посидеть подольше. Не одну, а две трансляции там до утра. И поэтому мы начинаем скапливать большее количество треков, а следовательно увеличивается вероятность проявления Лава Коляды. И получается человек, который поддержит в субботу больше 1000 поддержки, помимо хранителя доступности музыкальных трансляций, получает статус проявитель Коляды. То есть он увеличивает вероятность, что появится Лав Коляда. В принципе, возможно, Лав Коляда будет появляться и на обычных трансляциях, но это будет зависеть уже от ваших подборок, вот, от моего состояния, потому что сейчас у меня задача ориентироваться вот на 5 часов. После 5 часов я уже должен буду думать, как нам округлиться после 7. Поэтому, если я понимаю, что вот у нас все равно очень много там как-то все складывается, возможно, вместо финала будет сразу трек-победитель, как это вот было. То есть моя задача первая – прослушать ваши треки, разобрать досконально треки для тех, кто готов это выслушать. Если кто-то кинул и утопал, я прочитаю и просто оценю трек настолько, насколько считаю нужным. То есть я думаю, пережевывать вот так досконально трек нужно для того зрителя, который хотя бы нашел время тебя выслушать. Если у него нет времени даже тебя выслушать, то, в принципе, зачем так заморачиваться? То есть должно быть какое-то, ну, взаимоуважение, как говорится, да, то есть ты ценишь труд одного человека, находишь на это время. Если у тебя нет времени на этот труд, ну, зачем тогда мне так заморачиваться с этой композицией? Я могу, в принципе, вкратце сказать, что вот такие нюансы мне понравились, и не вдаваться в глубокие подробности, и не копаться, как говорится, не разжевывать все до последней косточки. То есть, если уж такое желание есть, и есть эта ценность такого поступка, то значит найдется и время это все выслушать. Так что вот такие итоги после последней субботы и такие изменения. Так что надеюсь, эта музыкалка будет доступна. Мы скоро это узнаем. Возможно, этот кусок придется выкладывать потом отдельно. Надеюсь, что нет. Вместо Лавы Коляды. Но это уже решит YouTube.